Школа – это особый мир. Школа – это неповторимое государство. Школа – это радости и печали. Школа – это чудеса и традиции. Какой же он взрослый! Даже всплакнула, ей бог. Поэтому от души поздравляю в первую очередь первоклассников и родителей первоклассников. Желаю им огромного успеха и хорошего путешествия в этой стране знаний, в которую они отправляются сегодня первый день. Также хочу пожелать удачи, успехов, здоровья, энтузиазма и уверенности в себе одиннадцатиклассникам, чтобы все их надежды и мечты осуществились. Хотелось бы еще от лица главы управы... Извините, волнуюсь. Виктора Ивановича Ярцева пожелать всем выпускникам здоровья, счастья, успехов и удачи во всем. И, конечно, хороших оценок. Честно, терпение родителям, ребятам хорошим оценок, а учителям великолепных выпускников. С новым учебным годом! Наши милые друзья хотят показать, что это можно считать школьником. Они подготовили небольшое выступление. Ну, держись, Танюш. Все хорошо. Понятно, что? Попасть. Это.
наш красный. Это не красный. Так она за 7 лет. Ой, шары позацеплялись, не хотят идти в школу. Пойдемте. Иди, ребятки, вперед, смотри, подножки смотри. Все, наших завели. Это какой цвет-то? Алый, что ли? Вот этот? Да. Малиновый. Да. А, малиновый, да, да. Розовые, не отставайте. Ребятки, подножки, смотрите, подножки. Розовые. Уважаемые родители, пожалуйста, чуть-чуть подальше отойдите. Четвертый Г лучше всех, самые дисциплинированные. Вперед, вперед. Уважаемые родители, отойдите, пожалуйста. Я на долю. Конфетами, с букетами. Ближе ко мне. Первый день. Привет, отцы. Ура! Первый день! Смотрим, ищем родителей своих. На ступенечки. Танюша, я тут. Таня, я тут. Стой. Лиза!